Это то, о чем я подумывал, или это случайное сочетание красок. В общем, вот в этом доме, вот в этом, вот в, это, в этих домиках, да, у воды. Я так до сих пор и не живу, несмотря на то, что уже значит. Ну. 20 лет. То есть я тут отдыхаю. Больше 20 лет. Надо будет это наверстать. Понимаете, я вот сторонник того, чтобы какое-либо место, какое-либо, ну я не знаю, да, какое-либо место, какое-либо произведение искусства изучить до мозга костей, то есть его именно изучить, впитать в себя. Вот поэтому, поэтому у меня есть вопросы, как говорит Рудгер Хауэр в фильме "Бегущий по лезвию". У меня есть вопросы к музеям, к картинам, галереям, что там уйма шедевров, знаете, то есть все стены облеплены шедеврами просто, как в Третьяковке. То есть они в четыре яруса, ладно, чтобы еще просто в один ряд, да, по всем стенам висят шедевры, так они еще там в три этажа висят. И не воспринимается в итоге ни один из них. А вот когда эти картины были в частных коллекциях, вот тогда был шанс больше, я считаю, что замысел художника дойдет хоть до кого-то. Понимаете? Потому что мне кажется, что картина, живописное произведение, это же тебе не, не рок н хит. Хотя я, я рок-н-ролльщик, это, как говорится, моя плоть и кровь. Но, но вот здесь я вынужден сказать, что это не рок н хит. Это не то, что можно передавать из, из, из динамиков там, на, на весь земной шар. Картина – это очень интимная вещь. И, в принципе, она... Раньше -то художники вот рисовали портреты. Они же рисовали эти портреты для тех, вот чаще всего кто на них нарисован. И там они продавались, там пейзажи, там, ну, любые картины. Владелец покупал, владелец этой картины обладал. И владелец ее в себя впитывал. Я думаю, унесло коврик у Евгения. Так что, ну, поэтому еще поговорим с вами, ребятки. Пока вот еще полюбуйтесь. И я вместе с вами... Есть возможность сегодня еще тут задержаться еще до завтра, но это уже как бы это уже как бы нормально. Я бы сказал, что в плане, в плане впитывания вот яльчика этих мест в 2023 году я на 100% доволен. Это не, не 2021 даже, тем более не 2022, когда я тут был всего на час. <как> Приветствую вас, Евгений. Только что рассказывал Ютубу, что вы вот-вот придете. YouTube, конечно, это, говоря, до Ничего подобного. Ты нет. Ты уже ты... нет. Ты я уже Отлично.